Сергей. Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российских делегаций двадцатки на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнером в Анкаре. Обменяемся информацией и о текущей ситуации. Есть о чем поговорить. Мы с вами знаем, я совсем недавно, как вы знаете, тоже был в Армении, где проходил саммит